Итак, всем привет! Это недостроенное 22-этажное здание на проспекте Вернадского, 82. Деловой центр в районе Тропарёва-Никулина на западе Москвы. Общей площадью 100 тысяч квадратных метров. 25 марта. Вот еще строятся новые дома. Слева Российский технологический университет МИРЭ. Улица Каштаянца в сторону улицы Удальцова. Улица Каштаянца идет от улицы Удальцова до проспекта Вернадского, пересекая улицу Лобачевского. Вот такие дома здесь. Район на западе Москвы. Это ближе к проспекту Вернадского. В общем, здание не достроили. 22 этажа было бы. Опять же, здание было бы красивое. Такие стеклоблоки. С 1991 по 1995 начали строить. И строительство приостановилось. В октябре 2014 года был пожар в здании. Один из корпусов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И вот как раз сама академия. В январе этого года реконструкция началась. Старые стеклоблоки заменят на новые. Тоже долгострой, как и в Митино. Хотя бы началась его реконструкция. Недостроенный деловой центр «Зенит». Синий зуб. Это раз паспорт объекта. В конце прошлого года уже начали. За 4 года. В конце 2022 года реконструкция закончится. Высота 89,5 метров. 22 этажа. Многофункциональный корпус по адресу проспект Вернадского, дом 82, строение 5, при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Хорошо, что взялись за дело, за реконструкцию. Это видно, сейчас все это огорожено, опасная зона. Платные парковки идут в сторону МКАДа. На улице Каштаянца парковка платная, 40 рублей в час. Вот еще местами старые стеклоблоки остались. По площади видно, что большое здание. А в Митино так и не могут открыть физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Барышиха. У меня есть видео, вот долгостроя. Тоже здание было бы красивое. Улица Барышиха, 25. Тоже присутствуют стеклоблоки. МИРЭ, Российский технологический университет, слева. Реконструкция идет. На портале стройкомплекса Москвы есть об этом сообщение. Здание «Синий зуб». У станции метро «Юго-Западная» до метро 500 метров. Долгое время была конечной станцией. Сейчас еще три. Тропарева, Румянцева и Саларьева. И в этом году открытие еще нескольких станций метро в Новой Москве. Торговые центры, «Звездочка», «Авеню». В
вдоль улицы Каштаянца территория огорожена из-за реконструкции вот этого здания. Академпалас. Новые жилые комплексы. МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, тоже на проспекте Вернадского, 76, пересечение с улицы Лобачевского. И вот еще паспорт объекта. Контрольно-пропускной пункт. Благоустроить территорию у этого здания, конечно, хорошо, потому что много лет это был как долгострой. Даже были прогнозы, что простоит еще 100, а то и 150 лет. Огромное количество учащихся, два института рядом, РАНХИКС и МИРЭ. Новый торговый центр Авеню у метро Юго-Западная. Вот вид на здание. Будет один из корпусов Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. В общем, я желаю, чтобы его реконструировали. И после реконструкции я покажу это здание. А по состоянию на 25 марта 2019 года оно выглядит вот так. Проспект Вернадского, 82, район Тропарева-Никулина, запад Москвы. Так что, всем пока!